направо, если что, там не будет, будет хорошо. Что тебе плохо с этим микрофоном? Он симулирует рацию, даже прям говорящий. Спрашивали, медик есть, говорили, нет, а вот и медик с пулеметом сидит. Это медсестра. Ой, это банан. Да. Где-то сзади. Сзади. Уже сзади. Кого-то бахнули, да? Да. Ну там да. Кто-то ехал за. Вообще по нам стреляли. Вперед, вперед, лапка, вперед, блин. Тормозим, тормозим, тормозим. Лапка, хлопцы. Идет эстап. Че мы тормозим? Надо же ехать. Че мы стоим здесь? Бэхи подальше. Че мы стали? Поехали. Бэхи подальше, стали. Поехали. Да они умрут все равно, как поехать. Че делаем? Как? Едем сейчас, будем не выходить. Всю лавку сожгут наш. По ДВшке запросите, чтобы она ехала вперед. Какого хрена он остановился? Лавка, куда вы поехали, едьте вперед. Они горят. Они нас сожгут. У нее конкурс едет. Стоит. К туру, лавка ничего не сделает вообще. И пушка еще. Нет, куда дети, что район здесь есть БМГшка и все. Вертолеты работают. Говорят, МД уничтожают. Уничтожили? Уничтожают. Надо стрелять. Я так и думаю, что котлеты будут там на перекрестке. Это Аздоник. Так он всегда любит делать. Только ничего не получилось, как всегда. Да. СП разбился. Разбился? Высадился. Это СП. Это я так понял, а В умер, да, там? БМП горит. Чё? БМП горит. БМП горит. Блин, что нам тут отцевать? Что ж, уничтожили, уничтожили. Всё. Мы считай, выиграем. Главное не тупить и не выпускать людей в кустах. Или гранату по себе не кидать. Сейчас опять не взорву. Только там бардак еще есть, правда, конечно, совершенно. Чё этот бардак сделает? Так, ну все, дальше пешком считаем. У меня взрывчатка есть, блинка. Или можем поехать. Пойдем пешком или поедем? Давайте поедем. Камера, мы сильно ленивы. Сейчас камера. Мы прям туда залетим. А то и пончиков. Говорят, что ты камеру уничтожили. Вон сзади наш один сгорел камеру. Там АВ, наверное. Да не, нормально, выходим. Где по нам стреляли? Не по нам стреляли. Кстати, да. Да. Нашу рядом с нами. Если по нам правильно стреляли, здесь бы трупы, да, валялись. Там 30 миллиметров. А, хорошо. Вообще мы доехали. Че будем? Суевочку делаем, стану. Пешочком пройдем. Вертолет наш или нет? Наши, тут все наши. Уничтожили, уничтожили. Блин, GPS у меня здесь нет. Ну все, елку ушли. Сейчас я GPS поставлю метку на нас и пойдем дальше. Ох, этап зашел, там уже ботов-то нет. Чем метку удалили? Паша, че сильнее, метку сейчас убьют. Точно. Че, идем проверять эту хрень, а потом дальше. Ну, на 60, да, как я понял. Подождите, а на что мне лазерная цель указатель? Для ночи. Продумали. На что под переходом?
какой-нибудь бинокль есть, посмотрите на 80, на 100, там, на следующем холме чем есть. Да вышку. Тут дальше давайте на туда же на 80 на 100 вверх поднимаемся. Укрепление стоит. Нет, из песков нормально. Да. Тут враг уже, да, может быть, тут на этой игре. Вполне вероятно. Какие-нибудь котлеты. Бегают одиночки. Аздоник. Ну, я думаю, аздоник. Аздоник сгорел. Да. Еще одни шкварки свои. Сзади слышу тех. Как сзади? На 6 часов по ходу движения нашего, слышу тех. По звуку на лавку похоже или на что? Ну, ЧТВ запрос сделайте, где она стоит. Нас лавка, это вы сзади подъезжаете к метке Браво? Лавка, хрен. На связи, мы проезжаем. Дальше по дороге подъезжаем, сейчас скажу, квадрат. 103, 116. Понял. Тут истошно так кричит у нас. Азартный. Может его полечить, потом сейчас нас спалят своим криком. Прием, говорит вертолет, поставили метку на БРДМ. Меточку дали на БРДМ, да. О, она на острове, отлично. Бонзай тут? Бонзай тут, идем сзади. Окей. Давайте там, если его не удалось полечить, вверх тащим. Не будем, передняя остановка сейчас сделаем, нужен отдых будет. Здесь остановку делаем. Мы скорее на базу заходить не будем, мы ее обойдем. Лавка, метка у нас актуальна. Чарли, где вы находитесь относительно нас? Отдохнули? Вертолет живой? Нам что, на антенну надо или куда? Чарли, метность.
Да дерьмо. Здесь только втроем, если они куда-то убежали. Нет, тут репит, он ползает. Ну я же говорю втроем. Четвером. Так, все, я снялся. Тут уже метки на врага. Короче, метки появились на врага, они там рисуют. Ну, хорошо. То есть можем это. Подождали, у нас есть возможность убивать. Давайте справа базу обходим, ее через елки. Я так понял, там некоторые ушли вперед. Сейчас пришел. Один. Ага. Какая-то хрень, звук отваливается вообще. Свободный огонь, да. Просто обработку еще включил, чтобы красиво. Что я смог? Сейчас все на высоте. А я без глаживания. Да. Кто с ним вообще? Не нужно. Ты как так? Ты хочешь меню как у меня? Да, вот так. Если верить компасу, на 80 это байда. Крайне верно, нам идти на 80. Надо бы отсюда посмотреть соседний холм в бинокль. Там ходит на холму кто-то, на холму ходят люди. Если метров нет, то враг. Да, там своих нет. Можешь лупить по ним. Подожди, сориентируйся. В каком холме? На 90 на холме. За дорогой, да? Да, за дорогой. Главное убить, не спугнуть. Давайте просто позицию займем. Все, все. Да. Я никого не вижу. Снайпер должны. По-моему, хоть нет. Там кто-то к дороге спускался потихоньку. К дороге? Да. Давайте пробегать. Давайте справа. Через елки пропадемся. Слева, вернее, лево. А, слева. А он назад, он по елкам шел? Да, по елкам, я его сейчас не вижу. Значит. Он, короче, прям почти на холме с нашей стороны, чуть ближе к нам. Вот он там бегает. Он рассвает. Он налево. Будет возможность убить, да? Азарт даже. А у них мины есть, да, вроде? Противотанковые были вроде, нет? Вас не вижу.
уже колотить начинает. Пока еще никак. Смотрю, холм. Ну, где-то слева за елками там. Что делать? Гранатомет. Что мне с ним сделать? Открывать ты чем будешь? А я вижу одного, но я не знаю, свой или нет, у меня бинокль. По-моему, зеленый. Сейчас кинем по какому-то. Да, это. До свидания. Так. Не, я... Сейчас попробую убить, сейчас. Че, ГПХ, это свято, шлю парочку. Че, по-моему? Их. А, пошли. Выглянул посмотреть. Чувство ранит. Кто котлетил на бомбочке? Ну и понятно. Плавает там, что ли? Да. Лол. Бедный Варен. Ты так просмотрите. Зажги это. Лавку. Бардак? Да. Погорел бардак. Ну а с БХ ожидаемо получилось. Когда мы планировали, я предупреждал, что могу. Ай, Варен. Варен все? Да. Да. Пришел в себя и умер. Самое, плохо взять. Буквально. Тебе потом, кстати, ответ куда написать? Mm? Ответ куда написать по поводу сценария? Да, не важно. Хоть здесь говорю, не самое. Где ты будешь дальше? Ты же у меня там в этом френд-листе же есть? В стиме? В стиме не уверен. Кстати, сейчас посмотрю, должен быть. Можешь добавить, пока что нет. Что у меня приглас? Че, на ДВшников шутали уже? Да правда. Иксар один остался. Чем сзади на капитана с домик? Да флангует, наверное. Что-то он совсем далеко. А на обходы? Ага. Если бы не вертолет,
Эй, Даш. Паша, я тебя вроде стуканул. Угу. Нас за них сейчас бомбить будет вообще. Ну, Бэхус с и этот бардак просто бездарно слили. А вы поехали как сами или по собственной инициативе или вас туда вон командир не послал стороны? Сами. Понятно. Так, мы предложили, он согласился. Меня тогда вот так. Ну все, тогда не будет бомбить. У меня просто вертолет на этом острове. Не, ну бардак-то понятно, с полей Бэха поехал он перекресток встречать. Доля, блин, секунды. Да. Ладно, тем, я просто подальше спрятать. Хазар, Терексар, просто, видимо, они подружились с ним. А кто меня снял, я так и не понял. Да в том районе один азарт бегает, больше не видно. А, нифига там их нет. Рексар, отступай к кругу, чё ты там лежишь? Команда не перебили. Ага. Если еще отделение Аздоника там масли. Бардачок спалили, да? Да. Так, а мне лавка стала переплывать. Куспан, по-моему, что-то чует. Точно чует. Только как? Ой, картошки прилетело. Аздоник вырвался вперед. У него там гроза, что ли? Да. Сейчас маслить будет. Я, может быть, что-то не понимаю, но у меня сейчас оккупант стрелял сквозь ёлку. Ёлку, да-да-да. Такая же херня. Что за хрень? Четыре? Я, может, реально что-то не понимаю. Паничь. Что это было вообще? Он вообще не то, что сквозь ёлку, он вообще сквозь всю зеленку стрелял. Да. Как он там что видит, я вообще не понимаю. Хотя на него прям Аздоник упрется. А то сам его сейчас не снимет. А он прям за ним следит. Нет. Да? Не за ним. Он видит. Видит? Да. Он оккупант видит, это. Слава. Это не Аздоник, наверное, да? Ого, Аздоник. Или Аздоник. Опять зеленка, да что за нахуй? Секретарь снял.
Сквозь зелень? Че? Да. Мы сейчас сольем, спросим его, что это за хрень. Вернее, даже не спросим, не так. Как ты, как стрелялось? Нет, как стрелялось? Хорошо видно было, нет? А сейчас не, скажу, ну, он видел, вот солитария. Солитария, да, как-то сквозь эту ветку. Это непонятно. Он и меня сквозь зеленку слил. Он меня через две елки просто слил, походу. Кого-то он там вообще сквозь несколько деревьев и елок прострелил. Ну смотрите, его фангует, он не видит, то есть что-то либо у него настройки графики такие дикие, что у него елки очень уже размер. Да, либо что-то у него с растительностью происходит. А может у него это текстуры елок прилетели, только стволы стоят. Да, может быть. Но у него не первый раз уже такое, что сквозь растительность. Вот он водит, он не видит, то есть. Водит, вот там через деревья водит. По стенке водит, да? Не, ну по стенке водит совсем уже в школе. Да. Про оккупанта? Да. А он весь наш отряд положил сквозь зеленку. Ну если бы он видел, он бы заметил. Ну смотрите, он смотрит, там в принципе никого нет, то есть это скорее всего у него глюки какие-то. Глюки? Хочу именно такие с глюки. Растительностью, да, я тоже такие хочу. Ты можно деревья убрать? Вон его двое флангуют и все, можно. Приживание все нужно. Паша забанит. Обязательно. Паша, ты же скажешь, как это делать. Не, Варя что-то забрался. Хорошо, что ни хрена ему не знаю. Тут все нормально заходили, но тут прям... А, все, короче. Не говорите. Куда ты ходишь? Че у тебя там озоник горит? У меня горит, я выглянул. У меня такое любопытство. Пострелять по КМ, думаю, надо посмотреть, откуда он стреляет. Выглядываю и... И увидел, да. Прям пуля в голову прилетела. Ну я тоже... стреляет. Пришел, увидел. Вот сейчас я с РДХ аварию бил. Неужели никто из наших не слышал? Я своего тоже увидел. И Варя тоже не слышит, что там. У меня за спиной со СВДХ. Что еще один? Я перед смертью заметил, что лавка переплывает из запада идет пехота. Она меня через елку. Перед военным. Отступает бедный. Не, у него реально с растительностью. На бардаке выдержал 7 ракет. Чё, Паша, говоришь? Я говорил, у оккупанта явно какие-то глюки. Чё? Рядом стреляют. Калаш, какая... Вообще по барабану. Своя игра. А? Просто повезло. Бисмут АКБ лежит. Ну вообще не этот проход надо охранять. А серваки грохнут все. Может вообще АКБ. Может. Да он назад бегает. Ну, машинку не спалили так люди. Угу. А на этом на заводе вообще никого нет. А, есть кто-то. Только Варя.
как там можно рубить сейчас завод? Да, ну что рубить сейчас закончится. Он не оккупант убил? Да. Или не оккупант? Он не мог убить, просто оккупант. Ну что, зададим ему. Вот там. Да он и просто не мог убить. А у него там флаг, что ли, или что? О! Надо давать. Блядь, я оккупант. Я штук 5 завалил. Оккупант. Оккупант, скажи нам, пожалуйста, а тебе как, видно врагов хорошо было или не очень? Не очень. Не очень, да, понятно. Бан. Это очень странно было, когда ты лежал, две елки рядом стоящих, прям вот плотно-плотно, ты их лежал и через них стрелял по врагу. Это было очень странно. Ну, за баню. Но я ничего не читаю. Текстуры. Нет. Сделай скриншот, пожалуйста, ёлок. Я? Да. Да. Прям сейчас. На F12 в стиме. Ну, в стиме, да, сделаем. А, сейчас. Просто, мне просто интересно посмотреть на это. Сейчас Азармен выйдет так. Сейчас интернет такой скриншот. Ну ладно, может, репита включите, ёлки сделай скриншот. Короче, бань. А что такое? Ну сделай. Не, ну блин, я водку пью. Честно. Победа, Тиму победа. А, то есть вот ты. Я потерпел. Фор сметана. Ну махнул вообще с МПКМом.